В Чувашии с 25 апреля будет установлен особый противопожарный режим. Действовать он будет до особого распоряжения. Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров Чувашской республики. Ежегодно в апреле-мае жители республики открывают дачный сезон, выезжают на отдых на природу. Специалисты предупреждают, во время пожароопасного периода запрещается разводить костры, пользоваться пиротехникой в лесах, сжигать мусор, сухую траву. На начало весенне-летнего пожароопасного сезона большое влияние оказывает погодно-климатический фактор. Температура, влажность воздуха, интенсивность осадков, а также быстрота схода снега. За последние 3 года пожароопасный сезон в республике у нас вводился, к примеру, в 2018 году с 23 апреля, в 2019 году с 23 апреля, в 2020 году с 1 апреля. Сегодня же Кабинет министров Чувашии изменил порядок предоставления единовременной материальной помощи гражданам за счет средств региональной казны. Пострадавшим в результате пожара жилого дома полагается помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого совместно проживающего члена семьи. В том случае, когда из-за пожара пострадали гараж, баня или помещение для содержания домашнего скота, семья получит компенсацию в 5 тысяч рублей.